Союз женщин Подмосковья отчитался об итогах работы за год. Мероприятие прошло в Люберецкой администрации. Самым активным женщинам Союза глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий торжественно вручил цветы и грамоты за общественную работу. Московская областная общественная организация «Союз женщин Подмосковья» решает социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие задачи. В состав Люберецкого отделения Союза входят женщины разных профессий, статуса и достатка, разных политических и религиозных взглядов. В нашем Союзе есть женщины из Союза журналистов, Союза промышленников и предпринимателей, Общество многодетных матерей, Общество пенсионеров-инвалидов, члены Общественной палаты, руководители предприятий, руководители различных фондов, педагоги, врачи и просто женщины с активной жизненной позицией. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий лично поздравил самых инициативных участниц Союза. Союз женщин Подмосковья формирует и развивает системы партнерских отношений между женскими общественными объединениями и органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями. Наши женщины провели под флагом Союза уже более 10 мероприятий. И на самом деле для нас самое главное, чтобы все женщины были счастливы, довольны, счастливы были семьи. На отчете Союза обсуждались вопросы поддержки ветеранов, многодетных и малоимущих семей. Участницы обменивались социально полезным опытом для защиты прав и законных интересов нуждающихся в помощи граждан. Каждая женщина – это семья. Это семья, может быть, в разном формате. Но понятно, что каждой женщине это и мама, это и любимая подруга, это любимая женщина, это дочь. Я вам скажу, таких составляющих, поверьте мне, вы ни в одном мужике не найдете. В будущем Союз женщин Подмосковья планирует активно сотрудничать с церковью, различными благотворительными фондами и организациями для пропаганды здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей у подрастающего поколения. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.